Езжай на кошке. Ну и как я за тебя играть должен? Всем привет, с вами Роботлев, и мы продолжаем проходить Devil May Cry 5. Так, я думаю, у Ви я ничего покупать не буду, во-первых, потому что мне нужны орбы для Данте и Неро. Но есть еще одна причина, которую мы узнаем через несколько миссий. Опа, сразу научился бегать. Но эта миссия немножечко необычная. Почему, мы скоро увидим. Во-первых, тут нет врагов и надо долго бежать. Вот здесь пригодился бы, конечно, бег быстрый. Но что ж поделать. Уиу. Так, давай стой. Нормально. Давай беги, беги, ё-моё. Я ничего сделать не могу, ну-ка. И таунты сделать не могу, ну все. Залочиться могу. Хм. Ну, привет. Ну все, конец миссии, виздох. Что-то они тебя это покинули, свалили. Хм. Эта миссия немного босс раш. Так, и тут орбы, во-первых, а во-вторых, вон та фигня. Но... Да, даблджампа у меня нет, потому что нет птицы. Так. ХП полная. И здесь боссы. Кавалер, Артемида и Голиаф. Так, как лучше все сделать? Голиаф, наверное, последним. А здесь, ну давай кавалера. Тут, в принципе, и так, и так можно. Потому что боссы, они слабее тех, которые были до этого. И здесь надо выбрать кого-то. Грифона, тень, кошмар. С одним кошмаром, конечно, играть очень прикольно. Но я думаю, я пас. Ну, здорово. Вообще, наверное, лучше просто им дать кучу ДТ и читать книжку. Они сами там будут все делать. А я буду набивать стиль. Ты слушай, чувак, интересно. Ты бей его. Я за что я тебе плачу ДТ? Держи еще. Так, только это, не умирай там. Хорошо. Так, еще. Увлекательный геймплей. Нифига себе, он парирует. Так, я надеюсь, он там не сдохнет. Иначе было бы не очень. Прикольно. Оп! Офигеть, сколько урона. ХП, правда, немного. Блин, не нанес урона. Неплохо ты там даешь. О, хорошо. Нет. Ауч. Нет. Бей его.
Я тут вообще ни при чем. Я просто ему плачу. Давай, беги, беги, беги. У него хп нет? Ой-ой-ой. Нет. О, рип. Нет, нет. Ну-ка, дай резну его. Нет. Резну, дай, говорю. О, все, канатик. Держи ДТ. И беги. Прям ворвался, так что застанился. Давай. Ты догонишь его, ты сможешь. Вперед. О, хорош. Так, только мне надо добить его. Получай. Ой. Ага. Обманул. Пять тысяч стиля. На вес. Хорошо сыграл. Молодец. ДТ. Так, ну давай хп заберу. Я бы белого орба. Хотя у меня есть книжка. А вот и белая. Тоже хорошо. Так, и это что, Артемида? Да, поехали. И на этот раз Грифона, я думаю. Так, там еще ДТ висит. Стоит взять. Хм, там два ДТ. Или это зеленая справа? Че это за столики там? Так, тень, держи эту штуку, а я буду грифоном управлять. Ага, ха-ха. О, что-то нифига себе. Так, я вообще забыл, как сови играть. На. И все? Серьезно? Окей. Меньше стиля. Но, блин. Так. Вон там синяя орба. Надо ее взять. С таблшампом. Как-нибудь. Ха. Вот так, например. Так, это не последняя. Нет. Так. Красную орбу надо собрать, наверное. Что тут ничего не осталось. А, они разрушаются. Не замечал это. Так. И все, больше ничего. Может, что-то есть. Но пофиг. Побежали. Ну все, Голиаф. Тебе хана. Интересно, кого я освобожу? Да я постоянно Б нажимаю. Я уже вижу ДТ. Я тебя убил один раз, второй тоже убью. А не, это ХП там. А вот это ДТ. На. Получай. Это все тебе. Ой, что-то это... Кошка получил немного. На! Ха-ха. Так, заряжаем. Так, главное, в меня не стреляй. И вот тебе. И еще вот. Да, мне кажется, у него шансов немного. Не знаю, почему мне так кажется. Но, кажется. И здесь есть специальная анимация. Вы видели, какой там кошмар был? И теперь он раза в три больше. На! Если убить его без кошмара, то там будет какая-то обычная анимация. Не такая крутая. А мне за них даже орба не дали? Хм.
Все, теперь я могу выйти из бездны? Спасибо. А, еще сейчас можно забрать всякие штуки. Ну, ничего не осталось, наверное. Ну что, ты отхилялся? В бой! Вперед! С орбами! Мне главное ему в кроватке надо лежать, а он прыгает, орбы собирает. Разработчики их специально здесь поставили. Так, ну, кроме босс раша здесь особо ничего интересного нет, на самом деле. Просто надо вот немного бежать, чтобы без скорости, очень медленно, и сделать одну небольшую фигню. Конкретно сломать вот эту фигню. Не знаю зачем, но надо. А, и там разработчики играют. Что, стильно там? Стильно играете? Да я не вижу. Интересно, там есть запись Ицуна? Конечно, понять нельзя, но все равно. Так, здесь ничего нет. А вот здесь есть. А, я вспомнил. Эту фигню на первом прохождении я пропустил. Так. А ломать надо, потому что она нам путь заграждает. Логично. На. Так, кто там берется? Не видно. Ага, Нера. Че ты меч не заряжаешь? Слышь. О, не, не сильно, Нера. Дедвейт ты полный. А, невидимые стены. Ладно. Ну и это последняя миссия за Ви. И на миссиях Ви было больше всего вылетов, так что... Я надеюсь, их больше не будет до конца прохождения. Я после двух миссий перезапускаю игру. Надеюсь, это помогает. Пока ничего не было. Ты все еще там никого не убил? Ё-моё. Данте уже ушел. Не благодари. Не, это похоже на человека. Я думал, может, это бот? Потому что боты ведь есть. В седьмой миссии, где Нерас Ви сражался, там был бот. Возможно, где-то боты есть. Но этот не похож. А возможно, у них просто очень хороший бот. Ну что, босс будет? О, еще одна курица. Да нормально, поехали. Еще вы деретесь, а не я. О, что-то хреновый себе остался. Видимо, босс будет в следующей серии. С! Стильно. Ладно, я думаю, пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.